беспросветной нищете. Ты вроде справлялся. Недостаточно. Когда скрип прогнивших досок стал главной приметой дома. Домовладелец прислал нам извещение о выселении. Я собирался сказать, но ты была в хорошем настроении. Можно получить судьбоносный подарок. Тут 220 тысяч фунтов. Что нам с ними делать? Без права обмена или возврата. А Джек Витковский не из тех, кто прощает. Джеймс Франко, Кейт Хадсон, Амар Си. Что это за план, в который вы хотите меня посвятить? Легкие деньги. 19 мая в 20:30 на Иллюзионе Плюс.